Девочки, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Я очень рада, что вы смотрите это видео. Не забывайте про лайк. Мне будет очень-очень приятно. Как я обещала в своем инстаграм, каждую среду я буду ставить новое видео, которое будет называться «Прогулка по Майорке». Начнем первую прогулку с Пласа Испания, это центр Пальма. Как вы видите, в самом центре уже ставят домики новогодние. Здесь будет новогодняя ярмарка. Также на Пласа Испания много кафешек, ресторанов. А самое главное, отсюда уезжают все автобусы. Здесь находится автобусная станция, откуда выезжает автобус красного цвета ТИБ. Вы сможете его увидеть. Это междугородний и бело-голубые автобусы, которые ездят по самой Пальме. Также на Пласа Испании вы можете найти такси и прокатиться по всему острову. В этих домиках будут продаваться новогодние игрушки, сумки, разная бижутерия handmade, кошельки, ремни кожаные. Майорка славится кожаными изделиями. Также на Пласа Испания вы можете найти велосипед, взять его и прокатиться по всей Пальме. Такие станции есть по всему городу. Вы можете взять велосипед отсюда и оставить его в другой точке города. А сейчас мы пройдем по ту сторону дороги и посмотрим, где находится станция автобусная, а там еще есть и поезд, на котором вы также можете доехать до любой точки острова. Посмотрим на время. Сейчас 2 часа 29 минут и 20 градусов тепла. Вот он, красный с желтым тип, междугородний автобус. И вот они, синие автобусы, это уже городской транспорт. Thank you.
На сегодня это все. Мне очень приятно, что вы досмотрели это видео до конца. Не забывайте про комментарии и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.